таких, как бы, долго таких неприятностей не терпят. Исправляют практически моментально и практически все, что угодно. Вот и Елену Мурзину ждет такая же участь, я имею в виду исправление недостатков, поскольку она тоже все в том же центре тренируется. Да, она тренируется совсем недавно, только с лета 99-го года. Появилась оценка, которую выставили Олесе Мануиловой и Лейсану Тяшевой. Первая получила скромный 19.35, у Тяшева была арбитрами отблагодарена в сумме 19 из 634 тысячных балла.